Йо-йо-йо! Товарищи, вождь корейского народа, дважды побывавший в России, проперся на красоту наших храмов. А! И личным указом направил в Эмодинскую семинарию нескольких манов. Они сейчас стажируются во Владивостоке. Дьяконы и подьяконы! Певчие! Очень клевые маны! Это ли не чудо, что в наши дни жители коммунистической страны могут православной вере быть обращены, понекрещены, причащены? Северная Корея такие же, как мы, Марксом, Энгельсом наполнены умы. В самом разгаре холодной войны таким чем мира могут быть просвещены. В Пхеньяне не найдешь ты бабу Маню, дядю Ваню, не прокатят там за транспорт сани с тремя конями. Мы не знаем, что творится в Пхеньяне. Говорят, что в Северной Корее диктатура, туда-сюда по улицам гоняют фуры, набитые тротилом люди-роботы, расщепляют атомы, не водят эти парни дружбу со штатами. И поэтому уже крутые, недавно кореш мне сказал, у нас с корейцами теперь одни святые. Слепые станут зрячими, венчаться будут молодые. А на видном месте в городах построят храмы, семьи, кланы будут ходить на службы глубже, врубаться в тему с каждым разом. Эй, браза, узкоглазые, теперь у нас с тобой будет все по мазе. Северная Корея такие же, как мы, в самом разгаре холодной войны. Это ли не чудо, что в наши дни жители коммунистической страны могут православной вере быть обращены, понекрещены, причащены? Северная Корея такие же, как мы, Марксом, Энгельсом наполнены умы. В самом разгаре холодной войны за Ким Чен мира могут быть просвещены. Россия, страна с такими корнями, а у нас модно быть япи и быками. Модно смеяться над стариками, поливать РПЦ всеми нечистотами. Есть те, кто зовут себя атеистами, даже не хочется на них смотреть пристально. Насмотрелись уже когда-то на большевиков, бессмысленным типом мы скажем фарков. Посмотрим лучше на тех людей, те страны, с которыми нас роднят них мэри и наркоманы, а которые смотрели на нас и наши храмы, видели вечные цены, не срам и хламы. Товарищ Ким Чен Ир, его многие боятся, знает целый мир, что таких правителей не нужно врагам, не нужны им Лукашенко и Саддам. Про таких людей не услышишь ты нигде добра, ведь холодная инфо, война врагами выгодна. Если будет Корея крещена, по ТВ скажешь, что там сотона. Ведь боятся, боятся бомбы враги, да что бомбы боятся, мозги береги. Мозги-то рано или поздно врубятся, что почем, вот тогда-то мы и кондаки запоем. Это ли не чудо, что в наши дни жители коммунистической страны могут православной вере быть обращены, понекрещены, причащены? Северная Корея такие же, как мы, Марксом, Энгельсом наполнены умы. В самом разгаре холодной войны за Ким Чен мира могут быть просвещены. Миром Господу помолимся, сказал мой брателло. А что же нам еще остается делать? Не хотите молиться, не молитесь как хотите, только после смерти вы в просак не попадите. Покаяние и смирение и любовь к ближним — это основное правило любых подвижников. Но умный иудей, фарисей, оставался бесстыжим. Господь звал ехидами всех этих книжников. Князь Владимир крестил мою страну, Россию, Белоруссию и Украину. Какие славные люди были в старину! Что сейчас нет таких? Но-но. А, есть такие по всей земле! От Уганды, Кении до Индонезии, Панамы, Антарктиды и Японии. Респект Ким Чен Иру и Северной Корее. Жить православным христианам везде нелегко, ведь бабос есть только у тех, кем награблено. Но хрен с этим баблом, только то цено, что называется человеческое тепло, что называется правда. А нам другого ничего не надо от имени всего нашего комбината. Я желаю вам мира и любви, ребята. Это ли не чудо, что в наши дни жители коммунистической страны могут православной вере быть обращены, понекрещены, причащены? Северная Корея такие же, как мы, Марксом, Энгельсом наполнены умы. В самом разгаре холодной войны за Ким Чен мира могут быть просвещены.